Кто у нас свинячий у нас столи с утра? Это я, господа. Так, сейчас тут уже у меня что-то крутится, что-то делается, картошка чистится. Вода кипит, рис варить надо. Уже все уже стоит на поготове. Видите, все коробочки, все как положено. Что мы делаем с утра? Ляшки куриные, господа. Тут уже хлеб стоит на котлеты. А, какие ляшечки аппетитные. Аппетитные. Где наши щипцы? Сейчас все повалю. Всю горку повалю. Завалю. А ну-ка, ляшечка, скажи ты мне, пожалуйста. Какая ты сегодня правая, левая, левая, правая. Так, что-то неправильное сегодня немножко. Ага, вот еще одна. Вот еще одна такая. Ну ладно. Сегодня у меня переплетаются ножки. Сегодня у меня котлетный день, поэтому ляшек чуть-чуть. Чтобы людям чисто. Кто мясо не есть, буду есть и курицу. О, курица жмурится. Вот такая вот курица. А? Вкусная. Вот Додик опять крутится. Славуня, а ну просыпайся. Мама уже ляшечек нажарила. Что тебе макарончики наварить? Вот таких вот с дурочками. С вот такими вот. А? С соусом бешамелькой. Ой. Чи котлет хочешь? Ну тогда вставай, будешь мясо крутить. Guarda, c'è macchina che sta facendo questo rumore. Invece quando c'era carne dentro proprio usciva fumo. Si vede che ingranaggio è andato. Bisogna chiamare qualche assistenza. Ой, Алиса, Любочка, иди ко мне. Побудь хоть минуточку наедине. Решила моя мясорубочка сделать копченое мясо, ребят. Что мне теперь делать? Что делать? Скорее всего, что там полетел подшипник. Уже домолола мясо, котлеты ж никто не отменял, понимаете? Точно так же, как и рагу. А что делать? А с нее прям дым, дымок от машин. Ну, холодні літа. Не той тепер мир, город, хороричка не та. Ой-ой-ой-ой. Что я буду делать? Моя уж не огукнется и не откликнется. Будем нового комбайна покупать или что? Еще и картошка такая, смотрите, все. В дырочках, в цяточках. Аля, не мог мне ее повыковыривать, чешу. Ой, катастрофа. Сплошная катастрофа. Картофели чистки нет. Сейчас не будет еще этой штуки. Вот это будет нам радость жизни. Ай-яй-яй. Ковид. Машинки болеют ковидом. Новым вирусом. Боже, что это за картошка такая? Та что ж это за денек такой? А? О, боже. Больше очистка, чем картошки. Ну, такое тоже бывает. Ребята, а у нас новости одна лучше другой. То, что гавкнулась моя мясорубка, то это еще ягодки, то есть цветочки, ягодки будут впереди. Пришел новый, вроде выходит новый закон. Суббота-воскресенье в Италии будет локдаун. На Пасху это стоп-пола. Уже начиная с этой субботы, с этого воскресенья, хотят все закрыть. Независимо от зон. Красный, белый, голубой. Выбирай себе любой. Ха! Это что, парк закроют? Это вообще все закроют, представляете? Так только на субботу, воскресенье. А смысл тогда с понедельника его открывать? Закройте уже, закройте. Боже. Моя машинка свет поменяла.
сейчас я ее помою, посмотрю, что она покушает. Короче, можно будет передвигаться только по работе. Я говорю, я передвинусь по работе, а с людей-то никто передвигаться не может. Кто придет? Никто не придет. Какая работа? Фронтиры, кьюзи, тут то кьюза. Чао! Приходят только что в бар два клиента, ну, из начальства. Ну и Алеш им рассказывает эти все новости. Они начинают ржать, видят меня, говорят, а приготовки, коты, нам сегодня пара гостей. Одну ему, одну мне. Я говорю, не, ребята, у меня сегодня копченые котлеты. Если хотите, приходите. Приходите, дорогие. Я котлетой угощу. Угощу и поглощу. Ой, кошмар. Ой, кошмарики. Ну, будут сегодня хорошие новости у нас. Или все вот такие вот плохие, не знаю. День длинный, до вечера. Может еще что-то и изменится. О. Быстренько нюхаем котлетки, копченым не пахнут. Да не. Вроде все хорошо, прекрасная маркиза. Ждем хороших новостей. Какой-то антивирус у нас. Краска и валяет. Кто ремонт начал делать? А ну, признавайтесь, бегом. Вот это вонище в подъезде. Ай-яй-яй. Дайте воздух. Все, можно дальше подниматься. Все окна открыты, такая вонь. То ли бензин, то ли краска, то ли непонятно что. Но воняет. Где моя квартира? Где мой дом родной? Не, я вот это не понял. Это последняя на сегодня день хорошая новость, а? Лампочка сгорает. Ну надо же. Мигает. Сейчас как бахне. Ты ж смотри мне, тут не балуйся. Не взрывайся. Ля, 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 ля. Блин, блин, блин. Что выключать? Гаси свет. Кидай гранату. Там потухло. Ну давай, что ты заткнулся? Давай. О, слышно? Да что ж это такое у меня? Так, наверное, надо батюшку приглашать в дом. Ну то поезд. И это не конец, ребят. Света нет. Это только у меня нет? Или это во всех нет? Ну-ка, выходим на коридор. А ну. Ну, че? Моё пенсау ке солодами, инвече тут оль палац. А, белли. Фино куандо? Все, переходим жить на улицу. Дома темно, телевизор не показывает. Хорошо, хоть телефон не разрядился. Сейчас буду с горя петрушку есть. Что это за день такой, а? Неудачный. Предупреждать надо. Вот так вот. Чайки кричат. И соседи.